Во время реконструкции Лыбедского моста одной из задач архитектора и подрядчиков было максимально сохранить аутентичность, а также вписать новый проект в исторический облик. Поэтому авторы решили полностью воссоздать литые секции, установленные здесь в 40-50-е годы прошлого века, сразу после войны. За полвека многие элементы пришли в негодность и требовали замены. Другая часть оказалась покрытой таким количеством слоев краски, что оригинальный рельеф литья уже не просматривался. Вместе с историками рабочие в ходе демонтажа отобрали наиболее хорошо сохранившиеся секции. Их очистили от краски и проанализировали, что делать дальше. Одна из таких секций послужила образцом для отливания новых элементов. Именно с нее была снята модель предварительно. Вот эту предварительно эту секцию домастиковали, воссоздали. Все каверны были убраны на тяж пресс-маши. И по старой секции сделана литьевая форма. Работа по изготовлению точных копий оригинальных секций к настоящему времени завершилась. Отливали их в Рязани на заводе «Тяжпрессмаш». В работе принимали участие историки и археологи, которые следили за соответствием оригиналам. К слову, те исторические литые элементы после военных лет также изготовлены на родине, на Истинском заводе, которого к настоящему времени больше не существует. Я с большим удовольствием и интересом осмотрел то, как секции сейчас установлены. Это действительно стало украшением города. Буквально каждый элемент мною осмотрен лично по нескольку раз. Можно сказать, и я должен сказать, что то литье, которое сейчас установлено на Лыбедском мосту, практически ни в какой детали не отличается от того прототипа, который стоял здесь раньше. Несколько оригинальных секций решили сохранить в новом проекте, как образцы, дань истории. В этом есть некий символизм и преемственность. Элементы 50-х можно увидеть на лестничных сходах к цирку. Мы с вами можем видеть, что декор этих секций представляет собой крупные элементы растительного орнамента, круглую розетку, в центре которой помещена пятиконечная звезда, как один из символов советского строя, советской власти. И именно такие же секции, сделанные по слепку, по модели со слепка оригинала, у нас размещены на основном ограждении. Оригинальное литье было установлено в послевоенное время. Тогда проводилось благоустройство всего бульвара. Старожилы могут еще помнить эти работы. Сейчас к завершению подходит новый этап благоустройства – современный. Реконструкция моста почти завершилась. Сейчас идут работы по устройству пешеходных тоннелей. Напомним, их под новым мостом будет два, вместо одного, как это было изначально. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».